Здравствуйте, друзья. Первый раз. Скажите, сегодня, напоминаю, что сегодня будем рассматривать вопрос краха. Вообще, прошлые обиды, которые нас сидят очень глубоко. Что я сегодня вам дам? У меня будет есть конкретная техника, которая... Это живая техника, которую я испытал на себе много лет назад. Уже больше 7 лет по этой технике работают. Сначала мои друзья, они испытывали нас подопытные кролики, ну, я сам первым. Это мои клиенты, результаты очень-очень хорошие. Не говорю, что это есть единственная панацея от всех болезней, от всех проблем, но это что-то одно, что может добавить к тому, что вы должны уже иметь отношение к вашей стране. Хочу напомнить, что это работа у нас с энергиями сердечной чакры, поэтому очень важно здесь ум отключить. Сложности будут у мужчин, я понимаю. Поэтому нам надо, чтобы... Да. Можете вот сесть, да? Пожалуйста, я вас видел. Не, чтобы я вас как там хорошо, чтобы я вас лучше видел, если вы хотите. Ну, чтобы я вас, это, внимание вам уделял. Да. Все, что будет очень чувствовать, как будет меня чувствовать. Я вам буду передать больше энергии. Задача какая? Я хочу, чтобы вы получили результат. Пускай у нас даже будет один человек. А самая основная идея это какая? Просто чтобы те люди, которые будут нас смотреть, которым будет это полезно, чтобы они получили информацию, да? Ну, какую-то вам. Итак, значит, в чем будут сложности? У нас возможно то, что нужно будет опуститься все в сердце. Сердечная чакра, опуститься здесь, ум полностью отключить. А дальше сложности какие? То, что вы будете сканировать все вокруг подряд. Да? То есть многоканальность. Будьте здесь и сейчас, мы сейчас сделаем быстренькую медитацию, буквально там пару минут, настройку на это пространство. Вот. Я прошу вас, значит, достаньте себе, пожалуйста, обязательно писать. Если вы хотите иметь результат, вам нужно писать. Потому что это так неэффективно будет. Возьмите вот такую тетрадку, там что-то, да, вот это делать у нас есть. Потому что вы можете слушать это, но результат не будет приятный, вам будет лучше, когда вы будете видеть результат. Мы будем какие-то писать шаги, записывать, у меня она не остается. И когда мы начинаем, мы проговариваем, подумал, проговорил. Скажите, что такое обида? Может, у меня ее нет? Что такое обида? Может, у меня ее нет? Я ни на кого не обижаюсь. Обида? Да, что такое обида? Смотрите, ну, если у вас есть... У меня есть понимание, но обиды у меня нет. Вот если я на кого-то... Ну, в прошлом, конечно. На второй стороне. И особенно в близких отношениях, или на маму, или на родителей, или на девушку, там, или на друга, на брата, на сестру, на кого угодно. То есть, чем кто меня обидит, и я вот с этим хожу. То есть, где-то когда-то что-то произошло очень давно. Что-то нехорошее. Может, даже там 3 дня назад, да? Я, если я только с этим переспал, и мне это постоянно где-то на бэкграунде появляется, вот, часть моего ума. То есть я что-то делаю, раз вспомнилось. Или я разошел с толком. Ну вот это что же сам, вас Алидея, как проститься. Я расстался с девушкой. Это как раз та тема. Расстался с девушкой. Это одна из основных тем, когда мы расстались с девушкой. И как нам отпустить эти, да. Я вижу, у вас тоска есть на лице. Я вас узнаю, когда мне это было у меня. Холда, когда это было. Я не заметила, она была просто на вот этом. Как раз это здорово. Это то, что мы сейчас, задача какая? Да, я привязки, да, вот мы же привязаны. Мы привязаны всех. Вы очень сильно привязаны, очень сильно. Это обалденно, я вижу.
мужчина, когда плачет, это просто вау, это очень сильно трогает. И как вас зовут? Артур. Артур, Ярослав. Попали в нужное место, потому что я сам проходил 7 лет назад, и я знаю, что это. Я поделюсь тем, что это вам поможет. Возьмите что-то, найдите, где писать, пожалуйста, будьте любезны. Ручка одна. Вам очень-очень надо это. Есть у вас вот эта тетрадка, которая у вас? А может быть, у вас есть ручка? Ручка? У меня ручка есть, да. Да, она сейчас лишняя, наверное, у меня есть. Тут не то, что записывать надо будет. А, вот не такой. А помните, если забуду, если будет интересно, есть интересные книжки, я хочу подарить просто. Бумажка нашла? О, есть ручка. Спасибо. Все поняли, да, что мы будем сегодня делать? То есть, вот, чтобы сказать, на чем мы будем работать. Это если я имел прошлые отношения, близкие отношения, например, муж, жена, просто boyfriend, girlfriend, мы расстались, и я не могу отпустить человека, это, он, наверное, мне вспоминается, снится мне во снах, хороших или плохих, неважно, я периодически о нем думаю. Есть какая-то обида или на родителей, или на просто на соседа, на кого угодно. То есть это вот то, что вам очень сильно поможет. С людьми неживыми это работает? Абсолютно. Это одна из тех техник, которые мы должны делать, да, когда те люди, которые ушли. Да. То есть задача такая. Вы помните, да, с седьмого года шаги, до седьмого колена. Мы должны со всеми наладить отношения. И эта техника также помогает. Поклоны, там у меня есть техника 12 поклонов. Одна из них, которая вам нужна. Зависит от того, как простать. Скажи, может быть, я был очень зол на свою там дедушку. Очень важно отпустить, очень важно отпустить. Если я имею какие-то претензии... Ну, претензии есть, просто человек уже нет. Вот с этим можно все работать. Это то, что нужно. Потому что мы не должны иметь никаких претензий, тем более к нашему роду, потому что они нам не дают благословения, не дают нам поддержку. Только и в этом все суть. Ну, а если как-то говорить, явно не добить, но были какие-то причины, по которым хорошо вас. А смотрите, вот если вы хотите, чтобы понять, вот, конечно, как черт вытащить? Артур. А вытащить это? Да, смотрите, да, вот самое важное, что вы должны сейчас, это не психотерапия, это техника, которая помогает работать со своим внутренним я, с сознанием, с подсознанием, да. И энергетически, здесь энергетика, здесь не психические, не психологические техники, я их отдельно даю, но здесь сейчас я даю именно энергетическое, духовное очищение, освобождение, привязку. Самое главное, на уровне эзотерики, энергетики. То есть, если у вас есть какие-то, вот, какая ситуация у вас? Что-то у вас, может, отключиться поток, может, вас ничего не надо, может, все хорошо. Хорошо, у вас нет каких-то прошлых отношений, которые вас беспокоят, у вас все классно, сегодняшние отношения тоже все хорошо. А сегодняшние отношения? Вот в сегодняшних отношениях есть определенные точки. Да, а есть претензии вот, в плане претензий? Как развитие отношений, это мы будем завтра проходить? Да, лишний контроль, на который я реагирую, так, например, я считаю, что это манипуляция. То есть, для того, чтобы отношения получаются, я это... Есть претензии, да? Есть претензии, да? Отлично, хорошо. Я надеюсь, что это вам будет полезно. Да, потому, что, да. Да, отлично, хорошо. Опять же, я здесь терапией не занимаюсь, я даю вам просто делюсь, что у нас групповая, я даю вам инструменты, которые я пользуюсь в индивидуальной технике. Okay? И это будет вам очень полезно. Окей, друзья, давайте сейчас сядем поудобнее. Мы сейчас быстренько 2 минуты настроимся на пространство еще раз. Мы еще настраиваемся. Да? Давайте сядем поудобнее. Это было предварительно просто. Кстати, удобно, как вам. Как вам хорошо? Да. Хорошо, так ручки вверх, чтобы вот из пространства чистое набраться свежее. Да? Сядьте поудобнее, закройте глаза, сделайте медленный глубокий вдох через нос, медленно.
верхней части, вдохом делаем задержку дыхания. Медленно выдох. Медленно, медленно. И успокаивайся. Задача наша быть здесь и сейчас. Ничто не беспокоит нас. Мы здесь и сейчас. Все заботы, все печали позади. Вам хорошо и приятно. Вы здесь и только здесь. Я должна быть здесь и сейчас, чтобы поработать с тем, что нас беспокоило. И продолжаем свободное дыхание. Медленно глубокий вдох и выдох. Медленно, медленно выдох. На выдох посылаем тепло через сердечную чакру в области сердца. Теплый поток. Чувствую, как тепло наполняется моя грудь. Мне легко и приятно. Сейчас, чтобы быть здесь и сейчас, я осознаю, где я. Я чувствую права, на которые я сижу. Я слышу голос Ярослава. Я слышу, ощущаю свой вдох. Как струйки воздуха бегут через мой нос. Я ощущаю запах воздуха. Какой он особенный, птички поют. Слышите голоса вокруг, все осознанно, я здесь и сейчас. Там хорошо и приятно. Идти в этом моменте. Сейчас задайте себе вопрос. Как найти ответ на тот вопрос, который больше вас его беспокоит сейчас? Задайте вопрос своему внутреннему «я». Ваше внутреннее «я» знает все ответы. Вам нужно только их услышать. Задавайте снова и снова. Старайтесь услышать. Это может быть в форме картинки, звука, ощущения. Может быть, это обоняние. Слушайте внимательно свое внутреннее «я». Она общается с нами через чувства. Через образ. Продолжайте задавать себе вопрос, концентрируясь на своем внутреннем «я» и прислушиваясь к каждому его вдоху, его действию и моменту. Постарайтесь услышать. И запомните то, что вам приходит, если приходит какая-то картина, какие-то образы, звуки, мысли. Запомните их. И побудьте в этом состоянии. Еще 30
несколько глубоких вдохов и резких выдохов. Когда будете готовы, можно отдыхать. Кто-то что-то почувствовал. Силуэты пирамид. Горы. Что? Горы и силуэты пирамид. Горы? Силуэты. Какие силуэты? Пирамид. Пирамиды? Какое отношение? Горы. Какое отношение было к этим пирамидам? Какого цвета они были? Ну, это было вдалеке, такая дымка сильно-черная и силуэты. Ну, пирамиды и горы там больше меньше. Как вы можете это интерпретировать для себя? Кто готов сейчас посмотреть? Свет представляла бы. Представляли свет? Даже было не представлять, даже было почувствовать. Ну, пыталась почувствовать. Оттуда, что она идет. То есть не туда, не послать образы, а оттуда взять образы. Что у вас? Как вас зовут? Катя. Катя. А Таня? Оксана. Excuse me. Да. Таня. Да. Катя. Оксана, если называть, простите, пожалуйста. Как вас зовут? Даша. Даша. Роман. Артур. Артур Великий. Да. Американский фильм. Вас был. И вас как? Сергей. Я Ярослав Мудрый, Воронцов. Хорошо, что для вас было? Вот на расслаблении. Окей, это хорошо для начала, супер. А, еще была труба такая, она уходила вниз и... Силуэт золотистого цвета. Много силуэтов. Силуэт золотистого цвета? Да. А что силуэт чего? Ну, как нитка. Человека. Почувствуйте, да. Что-то у вас, Даша? Когда вы начали ом, мне как вибрации какие-то не знаю. Да. Ну, замечательно. Хорошо. Друзья, давайте сейчас расскажете, что у кого есть, что сейчас больше всего беспокоит. Давайте, кто готов, расскажите, какие у вас проблемы, какие обиды есть, чтобы мы озвучили, начали процесс реализации. Кто готов начать? Катя, да? Мне кажется, что я не могу уже больше года не могу простить своей подруге, она перестала со мной общаться, но я появилась в Италии, перестала общаться, уехала в другую страну, ушла замуж, ну и просто как бы человек пропал. И как бы это была самая моя близкая подруга, я как бы пытаюсь с этим уже работать уже долго, но вот есть. А что вас беспокоит, то что в чем проблема? Вы не можете продолжать с ней общение? Ну, как бы, мы общались просто до появления парня, мы общались чуть ли не каждый день, там, созванивались, а потом она, ну, как бы, сейчас так мы продолжаем раз, ну, может, пару недель, раз в месяц, но, ну, как бы, ни глубины, ни той, как бы, ни качества. Нет, той энергии, которая была раньше. Да, да. У вас нет молодого человека, я понимаю? Нет, я замужем, но мне его... Ну, подружка для... Подружки мне очень не хватает. К сожалению, ну, как-то так не пришел другой человек, пока в моей жизни, но чтобы как подружка заменить, да. Запишите, пожалуйста, себе вопрос. Ребят, я вчера, кстати, просил записать. В конце запомните, я сейчас вам даю фразы, которые вы в конце ко мне обратитесь с этим вопросом. Напишите, пожалуйста, себе, в конце будет вопрос мне задать. Эгоизм. Как с ним бороться? Как он проявляется? Okay. Здорово. Не стесняйтесь озвучивать проблему, потому что как только вы ее начали материализовать, она, значит, будет изменяться, будет работать. Okay. Вы будете в этой связи что-то появиться, потом еще подскажете, что у вас. А, у меня я... Скажи имя сразу, говорите. Оксана. Катя, Оксана. Оксана. Даша, Артур и Сергей. Okay. У меня, видимо, остались
тяжелая нога. Обиды на... Сейчас будет обида на вас. Да, нет. Я тебе сколько раз говорила. Не ложи на меня ноги. На бывшего мужа. На бывшего супруга. Да. Ну, был неблагополучный брак, можно сказать. Если погромче, если можно. Был неблагополучный брак, мы расстались, но он потом умер, и у нас осталось... Еще один вопрос. Да, да. Okay. Ну, может, еще какие-то детские обиды на отца. Ну, такие, не, ну, я их не полностью осознаю, потому что я была еще детем, лет 5 или 6. Ну, видимо, что-то там где-то есть. Запишите себе, пожалуйста, Ягья. Ягья, поминовение, ну как это по-русски, когда есть день поминания, поминовение, да, чтобы я об этом сказал более подробно. Даша, у вас? Я буду слушать. Молодец. Это вот очень мудрое дитя, да, вот она заранее набирается знаний, когда ситуация возникнет, она будет знать, как с ней работать. Молодец. Я, супер, мои почтения, это очень здорово. Артур, что-то сказали, ну, уже? Знаете, да. Что у вас есть? Какая у вас? Я тоже скажу, буду слушать. Вот мне уже понравилось, что надо работать с эгоизмом. Вот это индивидуально, да, как. Хорошо, замечательно, друзья. Итак, давайте сейчас представим, значит, вашу подробную ситуацию. Скажите, пожалуйста, как у вас, что у вас произошло? Как вы разошлись? А, ну мы поняли, друг другу просто мешаем. Что? Мешаем развиваться друг другу. Мешайте друг другу. Как вы вообще начали знакомство у вас? Со взгляда. Со взгляда. И через какое время близкие отношения начались? Ну, месяца через два. Через два месяца. На ну, как бы она морозилась, я типа там предлагала, она морозилась. А потом, ну, согласилась и начали отношения. Сколько времени вы прожили вместе? Ну, мы общались, мы не жили где-то 6 или 7 месяцев. Что произошло после того, когда вы разошлись? Что была причина того, что вы разошлись? Ну, как бы еще зимой это началось, решили расстаться, но подождать до лета. Вот, ну, то есть вы так сели, пособрали, поговорили, да? Да, поговорили. Ну, как бы я перестал вообще, ничего вообще не делать. Только мы ничего не делал, вы имеете в виду поддержание отношений? Нет, ну вообще там ничего не хочется, только вот быть рядом. А с ней, да? Вот. А она отреагировала? Ну, как? Тоже. А в чем же проблема тогда была? Ну... Я светлая, она темная. А что вы имеете в виду, когда говорите светлая, темная? Ну, он темный, кусочки такие любит, я ее люблю. Она ложится поздно, встает поздно, я уже рано, встаю рано. Музыку друг. Правильно я понимаю, что у вас просто оказались разные ценности? Да. И вы об этом это узнали тогда, когда... Ну, сильнее характер моего. Об этом вы узнали, в общем-то, тогда, когда вы вышли из состояния гормонального опьянения, правильно понимаю? Сексуальное влечение, скажем. Ну, да, начали общаться, и оно потихонечку начало так. Когда вы с ней познакомились, вы не видели этого? Нет. Как вы думаете, почему? Ну, смотрите, вы знаете, я даже представлял, я тогда хотел поехать на Алтай. И я еще сел и думаю, так, поеду на Алтай, приносить это свое как бы намерение в жертву и отдать отношениям эту энергию. Или все-таки разорвать все связи и собраться и там поехать. Значит, я поджигал все мосты, но оставил телефон мобильный номер. И ходил, как бы, ну, мысли не отпускает, ну, и позвонил. И начались отношения. А это до того, как вы, когда встречались 2 месяца, да? Да. Когда встречались 2 месяца, вы, как вы к ней, как... Даша, для вас это очень тоже важно. Это как вот правильно строить отношения, это маленькое такое, завтра будет больше. А скажите, когда вы... Вот вы познакомились с ней. На что вы обращали внимание? Ну, нам как бы, ну, внешне. Внешне, все там, на мужики еще обращали внимание. И, ну, как бы как родной человек. Родное, это что новое. А что он родного, как вы почувствовали? То есть это было не скажите то состояние, которое было до того, как вы вступили в отношения. Что родного вы почувствовали? Что именно родное было? Ну, когда в глаза смотришь, и кажется, что, ну, как бы ты этот человек уже знаешь. Или знал когда-то. А что она говорила в
какие у нее ощущения к вам? Такие самые. Такие самые. Это было до того, как вы вступили в близкие отношения? Да. Вы видели, что у вас есть какие-то проблемы, в чем-то ценности, непонимания важные? Да, видел, ну, как бы я, ну, я понимаю, что это, ну, как бы можно это там как-то опустить, это, ну, не важно, можно терпеть где-то, то есть оно же не постоянное, где-то какая-то ситуация. Почему потом оказалось это важно? Ну, я так думаю за того, я не люблю, когда мной командовать, я могу какое-то время терпеть. Ну и плюс, вот у нее сильный характер, то есть если человек обижается, то он может дольше терпеть, чем я, то есть я первый сдамся. Если какой-то вопрос возникает, то я, ну, как бы выступаю, чтобы, ну, конфликта не было. Не конфликта даже, а, ну, или просто она сильнее. Она тиран. Но сразу вы этого не заметили? Ну, было видно немножко. Но что все-таки вы замечали? Ум замечал, но правильно понимаю? Не ум, а знание, скорее всего. Правильно понимаю? Ну, вы замечали же, но правильно сказать, что вот это сексуальное влечение, да, оно, как бы... Да, будет, да, все классно, да, розовые очки, да, that's what it is, это самое важное, это самая важная проблема, залипание называется, да, когда я думаю, о, глаза вот такие, гормоны вошли, да, большие, все, глаза. Все классно, замечательно, и пока гормоны играют, как правило, от 3 месяцев до 24 месяцев, может быть, иногда там до 3 лет, в зависимости от силы чувств. Ну вот, где-то полгода у нее закончились, она сказала, гормоны прошли. А у меня нет. Просыпаюсь, да, и я залип, и я залип. Я три дня ничего не ел, я лежал просто, кино смотрел. Это шок, это конкретный шок. Это хорошо, когда оба постепенно расходятся, на полгода это маленький срок, потому что еще нужно обычно тянуть. Ну, с первой женщиной я расходился долго. Ссорились, мирились, потом я собрал вещи и уехал. И нормально, вообще ничего. Какие проблемы были с первым отношением? Ну, она как бы такой деловой человек, а я работал на государство, и то есть мне там в 5 утра 4 вставать на дела идти, а ее нету там 12, час нету, какие-то дела, там я на эмоциях, где, что дела, мне вставать рано, короче, такое. Ну, как бы своя жизнь, ну, я на старше там была, лет так, что 10-11, а я тогда пацанство. И тоже, если какой-то конфликт, там, блин, да ты чё, я с пацаном живу, ты мне ещё куда это. Сколько отношений у вас вообще было? 3 года. Первое. 3 года, там были первые 3 года, да? Да. Сколько всего отношений было? Длительных больше не было. Два, да? Да. Вы не заметили, что какой-то паттерн, что-то общее? Ну, наверное, мне, ну, как бы, у меня такой, как бы, цели и перспективы по жизни нету, поэтому я думаю, это из-за этого. Да, сильно. Правильно я понимаю, что вы выбирали себе девушку, которая, ну, посильнее вас? Ну, можно так сказать. У вас в семье мама? Нет, папа. Папа? Папа глава? Да. Ну, а кто как... воспитывал вас больше, мама или папа? Меня никто не воспитывал. Папа на работе постоянно был, и мама тоже. Я со школы проходил. Я с трех лет гуляю с папой. Ну, как бы я не парюсь. То есть, если какой-то вопрос, да.